скажи, пожалуйста, это поэты придумали там, муза там должна прийти, там, и муза не приходит, значит, я не пишу, а у тебя как? У меня есть муза, моя жена. Нет, ну это понятно. Да, кстати, ребята. Мне повезло, они в одном лице оказались. Вот, ну то есть, как Лена заходит, ты так сразу... Опа! Опа, муза! Значит, ты писать давай, да, сразу? Нет. Дело в том, что я дома-то бываю очень редко. Очень редко бываю дома. Во-первых, у меня музы моей со мной нет. Во-вторых, гитары со мной нет. Вот. А в самолет не влазит меня. И в вертолет тоже не пустят меня с ней. Да, и приходится вот там вот. А, ну, вот как вчера вот я сказал, мне понравились даже эти слова. Никто не заметил, кстати, даже, что... Самый лучший, самый короткий путь к себе – это одиночество. Вот. И здорово идет. Вот там пишется здорово. У тебя много уже? Сколько у тебя стихов? Примерно там сотен? Тысяч? Да ну, не-не-не, штук 200. Слушай, ну вот ты творишь, да? Это не лучше. Это же, ну, это же творчество. Да. А какая цель? Ну, не в подушку же, конечно. Я не знаю, я не ставил перед собой цели. Мне нравится вам петь, вы мне помогаете очень здорово. Мне нравится это, конечно, мне нравится реакция вот такая вот. Мне интересно даже, вот, а какая реакция будет? Я так вообще-то сижу, наговариваю, вот. А потом выступаю, и у меня у самого челюсть отпадывает, когда люди вот так сидят. А это как? Вот. Конечно, цели есть. Нет, у тебя трое детей, я думаю, может, ты там, чтобы вот назидание потомкам. Хожу по детям и пою. Я вот сына вытащил сегодня. Сын твоей песни поет? Нет. Пока еще. Нет, он такую гитару отложил, он мне ее вернул. Я ему такую гитару подарил. Он что-то начал струны там перебирать, менять, потом вернул мне обратно. Вот. Пришлось купить ему электрогитару, он на электрогитаре играет. Вот. Но сейчас в интернете это все как бы достижимо, слух есть, но он не поет. Он не поет, мерзает. Есть какие-нибудь у тебя посвящения своей вот жене, музе, Лене, детям? Детям есть, очень старые, очень дочки есть. Понедельник называется. Здесь роса как слеза, мы холодную зиму забудем. Сразу прямо к небу протянем замерзшие руки свои. Только кто-то сказал, что неправильно. Здесь роса, как слеза, мы холодную зиму забудем. Прямо к солнцу протянем замерзшие руки свои. Только кто-то сказал, что ни солнца, ни лета не будет. Зря поют, надрываясь, в цветущих садах соловьи. Дунет северный ветер, и свежие листья повянут. Дождик осенний по лужам гонять пузыри. Но рожденные осенью люди вдруг лето помянут. Полуночным костром непроглядную тьму озарив, будут блики огня остывать на ветреных лицах. Голубые глаза станут цвета седой бирюзы. Что умеют они лишь осеннему Богу молиться, вспоминая забытые запахи летней грозы. Но под жаром костров вдруг оттают пчелиные песни, ошалевшее солнце рванет на себя небеса, и убитое в спину вдруг рыжее лето воскреснет. Как никто никогда до него еще не воскресал. И убитое в спину вдруг рыжее лето воскреснет. Как никто никогда до него еще не воскресал. Будет время бежать, я бегаю,
не устанет. Пусть метель и мороз отразятся в глазах снегирей. И озябшая девочка к солнцу ладошки протянет. Это дочка моя, ты получше ее обогрей. И озябшая девочка к солнцу ладошки протянет. Это дочка моя, на две жизни ее обогрей. Здесь роса, как слеза, выхолодную зиму.